открытый фестиваль по казачьему благоволию среди воспитанников образовательных организаций и военно-патриотических клубов, внедряющих историко-культурные казачьи компоненты. Александр Евгений Юрьевич, за существенный вклад в организацию
Андрей Викторович, просим вас провести церемонию награждения. Прежде чем провести церемонию награждения, я хочу слово подать отчаянию, Андрею Константиновичу, что он тоже большой здравый, вручить их тем, кто помогал в проведении этого турнира. Еще раз хочу поздравить участников соревнований, зрителей и приглашенных, которые посетили наш фестиваль. Очень приятно было видеть. Очень приятно было видеть, что фестиваль прошел с такой дружеской атмосферой. Ребята проявили свои лучшие качества, но, естественно, фестиваль не мог пройти без организаторов и тех лиц, которые помогали осуществлять это мероприятие. Поэтому хотелось бы наградить инструктора службы единоборств Лютич Суворову Дарью Сергеевну за участие в организации и проведении фестиваля казачьего боевому многобою. Поздравляю. Инструктор клуба единоборств Лютич Ильин Кирилл. Буду России казачьи переброславы! Атамана школы МОУ 143 Максим надо было сказать. Служим России, казачеству и вере православной. Люба! Еще раз приветствую всех собравшихся. Сейчас мы